This is your subconscious talking to you. Рад приветствовать. Значит, видео у нас о том, о чем. Вот два у нас усилителя мощности: Акуфейс P450 и Люксман M7F. Значит, вот эта акустика Victorus X900, она привезена под заказ, то есть конкретно под человека. Долго искали, чтобы вложиться в определенную сумму и, опять же, чтобы акустика соответствовала состоянию ожидаемому. Вот. И человек планирует ее использовать, значит, с ЦАПом. Вот. У ЦАПа есть регулировка громкости, поэтому выбор пал на мощники, которые можно перевести на 220 вольт. Ну и чтобы внешность была красивая. То есть стрелочки, все вот эти дела. Вот. Ну и по крайней мере, из того, что у меня есть, вот было принято решение как минимум просто сравнить и дать аккредитацию на два этих мощника, то есть есть ли разница, в чем разница и так дальше. Вот, то есть чем закончится, я еще не знаю, это и не суть важно. Важно выполнить просьбу, а там остальное потом. Значит, по каталогу, если кратко, у нас P450 это 97 год выпуска, был представлен, 390 тысяч йен. M7F 2000 год, 380 тысяч йен. То есть, в принципе, как мы сейчас еще по техническим характеристикам посмотрим, в принципе, это буквально конкурирующие друг с другом аппараты, то есть и по ценовой категории, и по категории мощности номинальной и прочее. Но по звуку они отличаются. То есть, ну, по мордочке вот, собственно, кому чего, да. Ну, давайте Акуфейса включим, чтобы как бы вот. То есть, ну, у Люксмана экранчики побольше в целом, по мордате выглядит. Но тут, опять же, это стиль, да, определенный, такой-такой. То есть, кому чего больше нравится. Вот, по задней части терминалы и там под одну акустическую систему, и там принимают терминалы и большого сечения кабели, и лопатки, и бананы, короче, под все существующие разъемы, и там кабель съемный, и тот, и другой переводится на 220. И тот, и другой можно подключить балансными и RCA разъемами. В том числе и тот, и другой могут работать в мостовом режиме, то есть как моноблок. Но единственное отличие, что у Люксмана у нас есть аттенюаторы, которые позволяют плюс-минус, ну, короче, позволяют пошагово отрегулировать входящий сигнал, то есть там, по-моему, минус 20 дБ минимально, если я не ошибаюсь. Ну, не суть важно, суть важно, что у Люксмана есть возможность хотя бы частично отрегулировать. Конкретно у данного Акуфейса нет, у него на все деньги сразу, то есть у него
эту функцию убрали. Хотя в Акуфейсах она частенько присутствует. Ну вот в этой модели решили не делать. Вот, значит, давайте посмотрим, что у нас по ТТХ-шкам. Собственно, здесь, почему я здесь взял 10-тысячную Yamaha, потому как у этого Сидюка регулируемый выход. Вот, и как раз человек будет пользоваться без предусилителя, и чтобы выводы были соизмеримы. Понятно, что у его источника звучание будет другого характера, но именно чтобы не было предусилителя, который так или иначе внесет свою лепту, мы об этом позже скажем. Вот я решил вот именно таким образом проверить это все, продемонстрировать. Да, кстати, запись на рекордер сделана, других композиций, не те, что сейчас играют. Так что любителям послушать, что-то там повыяснять, слушайте, пишите комментарии и так дальше. Поделитесь своим мнением. Вот, ну тут, собственно, у нас что нарисовано, как все там красиво внутри сделано. По техничке, то есть вот у нас здесь на 2 Ома 400 Вт, на 4 Ома 300 Вт и на 200 Вт на 8 Ом. То есть, ну, скажем так, нелинейно, да, то есть, по идее, должно было быть на 4 Ома 400 Вт, а на 2 Ома 800. Ну, то есть, соответственно, блок питания, ну, чуть, так скажем, мог быть и помощнее. Но, опять же, в этом классе это нормально. Вес у этого аппарата у нас 30,6 килограмм. Вот потребляемая мощность, видите, у него получается 125 ватт в режиме простоя, 450 что-то там типа номинально. Ну, я не переводил эти козявки, да, но вот написано, что на 8 Ом, ну, видимо, при такой близкой к максимальной нагрузке 630 ватт. Это вот, собственно, то, о чем параметр вот этот говорит нам о том, что когда мы используем технику на 100 вольт через трансформатор, почему нужно, чтобы трансформатор был в 1,5-2 раза с запасом, да, потому как вот на задней панели номинал написан 450, но по факту в пиковых нагрузках тут 630, я думаю, что каких-то супер пиковых даже еще больше, то есть фактически трансформатор с запасом в 2 раза очень уместен. Кстати, вот здесь не написано, но на Heritage написан был демпинг фактор. А нет, вот написано 400 и 200. Если я не ошибаюсь, по-моему, 400 на 8 Ом, а 200 на 4 Ом. Ну, не буду врать, не помню. Посмотрел и как-то что-то вылетело с башки. Вот. Значит, у Акуфейса 450-го вот по этой картиночке мы можем увидеть, что здесь 8 транзисторов на каждом плече, на канале, там, как правильно сказать. Вот. А у Люксмана у нас по 6 транзисторов. Но, тем не менее, ТТХ-шки очень схожие. Так, ну тут понятно, что как там что подключить, куда. Нас интересует последняя страничка. Нас интересует вот эта страничка. Вот, то есть видите, у нас здесь на 8 Ом 200 Вт, на 4 Ома 320. То есть но здесь не нарисовано, да, ну 6 транзисторов-то. Так, схема. Кому интересно, посмотреть, как она там организована. Ну и получается, что видите, здесь как бы чуть-чуть на 4 Ома он больше выдает. На 8 Ом столько же, на 2 Ома не написано. То есть, в принципе, ну, 2 Ома не простая нагрузка, вот Акуфейса ее волокет. А Люксман может и уже и нет. Вот. Здесь демпинг-фактор у нас тоже не прописан. Вот. Ну, вес практически такой же, 28 килограмм. Потребляемая мощность тоже близкая. То есть, я говорю, усилители буквально-таки
одноклассники во всех смыслах, то есть и по годам, и все. Ну, правда, на сегодняшний день Акуфейс стоит чуть подороже, ну, просто потому что это Акуфейс. Вот, то есть марка более такая именитая. Значит, какие выводы я для себя сделал по звуку? Ну, мне Люксман больше понравился, скажу так. Но тут необходимо, конечно же, акцентировать внимание на том, что мне Люксман понравился больше именно в концепции мощник, работающий с источником без предусилителя. Вот, и по опыту могу сказать, что предусилитель люксмановский, он, вот, как сказать, он чуть-чуть смягчает звучание люксмана, но в целом не нарушает концепцию того звука, который мы можем слышать от этого усилителя мощности в разных организациях, да, сетапа. Касательно Акуфейса, у Акуфейса в принципе преды всегда такие, знаете, достаточно прозрачные, такие холодные, что ли. Ну, то есть они, скажем так, расширяют пространство, уточняют его, то есть добавляют артикуляции, и ввиду этого Акуфейс может сильно измениться по впечатлениям в работе с предом. То есть, ну, может случиться такая ситуация. Короче, чтобы долго не развозюкивать, да, вот объективно Акуфейс может быть интересней, чем Люксман. Либо, опять же, если его использовать с родным предом, который, так скажем, создаст некоторую синергию комплекта. Либо, если его использовать с источником, который такой вот, ну вот такой вот. То есть, в принципе, вот как современные источники, я имею в виду сейчас ЦАПы, то есть, которые обладают таким холодным звучанием, то есть очень прозрачным, пространственным, точным. И вот как бы, когда складывается ситуация, что не хватает жизни, да, то есть какой-то мягкости, чего-то такого, скругления какого-то, то вот Акуфейс в этом плане будет выглядеть более удачным вариантом. Вот. Но, тем не менее, вот конкретно вот в моменте сейчас, сравнивая вот конкретно с этой акустикой, с этим источником, Люксман мне понравился больше. То есть Акуфейс прозвучал, на мой взгляд, более рыхло по звучанию. То есть вот он прозвучал помягче, по низам чуть порыхлее. Все, в принципе, приятно, комфортно, но как-то вот без особой изюминки, что ли. Не знаю, Люксман в данном случае дал больше прозрачности, больше какой-то динамики, да, то есть, ну, как-то вот так почувствовалось, так вот повеселее, если в двух словах. Вот, то есть, опять же, вот в концепции вот использования без преда, и если предположить, что источник будет похож на по характеру звучания, как вот у этой Yamaha, то Люксман однозначно выиграет. Но если источник будет слишком такой точный и прозрачный, то, может быть, с Люксманом уже некоторый перебор по деталям будет. То есть где-то высокая детализация может начать превращаться просто в крикливость и, ну, вот что-то такое, что будет создавать некоторый дискомфорт. Вот. Ну, в общем, переключать я сейчас не буду, то есть это время, это не надо. То есть запись на рекордер сделана, кому интересно, пожалуйста, послушайте. Если у вас сложится какое-то свое мнение, пусть даже отличное от моего, пожалуйста, пишите, делитесь. Вот. Для того, собственно, комментарии созданы, чтобы общаться, делиться своими впечатлениями. Такая мини-соцсеть, так скажем, людей по интересам. Ну, а я вас благодарю за внимание. Вот давайте сменим пластиночку и включим финишный
композицион. Вот на рекордере у нас композиции Роджера Уотерса.